Спать лег? Проснулся? Да. Классно. Ребятки, всем доброе утро. Мы с Сёмой сели лепить из разного пластилина. Пау! Да, давай садись хорошо. Сёма, аккуратнее, может назад наступить и упасть. В общем, у нас пылесос пылесосит сейчас пока что в детской, потом сюда его запустим, но пока будем лепить сидеть. Вот, стиралка стирает, посудомойка помыла посуду еще вчера вечером, короче. Все, мы наслаждаемся. Что, машинку слепить? Да. Из этого пластилина или из этого? Из этого? Давай. Наслаждаемся тем, что лепим из пластилина. О, он застыл у нас с тобой. Я вообще просто не нарадуюсь, особенно посудомойке и роботу-пылесосу. Это прям классные вещи, которые просто могло придумать человечество. Я не понимаю таких людей, которые говорят, вот вы там вечно всеми этими гаджетами для дома пользуетесь. Но, блин, это же классно. Это же классно, что у меня есть время ни сейчас не пылесосить, не мыть посуду, стоять там 40 минут минимум, а просто посидеть, поиграть с ребенком или отдохнуть. Короче, это вообще крутое самое, что могло придумать человечество, да? Смотри, вот. Желтая машинка. А еще какую слепить? Вот, для формочка, для... Вот это, кстати, тесто мы покупали в фикс прайсе. Я покупала все. Вообще классное, оно у нас не застывает. Мы его уже сколько используем, да. Но мы его в ведерко постоянно прячем, чтобы закрыть. Руль? Не руль. Что-то я сегодня еще не знаю, хочу то ли сходить опять в парк погулять. Нам все, мне все равно нужно будет ехать в магазин. Я думаю, может быть, зайти в парк, прогуляться. Сейчас надо посмотреть, какая у нас сегодня погода. Тебе помочь? Да. Давай, ну скажи, помоги. Какой тебе надо? Какой? Коричневый. Ой. Смотри, Сёма, только этим пластилином не получится здесь лепить. Можешь вот этот вот взять. Этим получится. Ты хочешь звездочку сделать? Машинку еще одну сделать? Давай. Минус 8 сейчас показывает. Интересно, сколько? Минус 9. Ну, блин, да, на самом деле не очень-то тепло. Не знаю, может погуляем, может не погуляем в парке, но... Ну, я думаю, мы сегодня точно будем выходить, потому что нужно за продуктами. Мы все почти съели. Вчера суп готовила из последних ингредиентов. Все, что-то у мамы не получается. Тебе нравится в машинки играть? Да. И ты, у тебя самые любимые игрушки это машинки? Ну-ну. Синий? Ребятки, у меня снова проблемы. Я забыла камеру, поэтому включение с телефона. Мы все-таки решили зайти в парк. Сходили в магазин. Закупились так немного. И я взяла себе шаурму. Сейчас буду идти наслаждаться, пока там Семка. Он то, что съел пастилу, батончик. Но я ему еще пюрешечку купила, у него тоже будет перекус, хотя он обедал, а я нет. Сейчас прогуляемся, у нас есть время, мне сегодня не нужно готовить, поэтому погуляем чуть-чуть. Ну и, конечно, если Сёма вышел из дома с лопатой, то мы будем копать. И будем стоять здесь до бесконечности, пока мама не оторвет. Да, Сём? Тебе нравится копать снег? Сём? Тебе нравится копать снег? Да. Понятно. Ого! И растоптал, да? Ой. Что это, снег? Да, ой. Ну, отряхай ручки. Молодец. Лопату берем, идем дальше, да? Угу. Если ты не хочешь ее тащить, можешь в коляску положить. Ну, конечно, мать на что-то рассчитывала. Вот такие они прогулки. Ребятки, мы уже дома. Время 6. И что-то такие уставшие с Сёмкой пришли. Сейчас уже будем ужинать, наверное. Или Серёжу подождем. Так-то он через час только будет. Сёма, наверное, захочет кушать. Нет, только чай.
Потому что шелуху съела. У меня, короче, минутка взрослых разговоров. Знаете, что это? Это, блин, квитанции за коммуналку. И я просто в шоке, потому что это без воды и без света. У нас повышение, я не знаю, у всех это так или нет, но у нас, получается, в этом году в Тюменской области повышение было 2 раза. В начале года и вот в декабре. И в итоге сейчас на 14% там с чем-то повысили коммуналку. И это жесть. При том, что еще ее просто повысили, так у нас отопление идет по счетчикам. У нас там счетчики специальные, в подъезде специальный счетчик там на все квартиры. И у каждой типа квартиры свое индивидуальное потребление. Так у нас полмесяца просто батареи выключены на ноль. У нас потому что и так тепло. У Сёмы иногда только включали и все. И общее наше потребление было там 0,7. Но нам посчитали как 1,100. Я просто в шоке. Ну, 1,1. И бухгалтера это объясняют тем, что типа кто-то там не передал показания. Что ты, Сём, хочешь? Ты еще вафельку хочешь? Ой. Вафельку надо тебе еще? Нет? А что тогда? Пить? Спать ложишься? Ну хорошо. В общем, это объясняют тем, что если кто-то не передал, там учитываются наши показания, плюс еще нам накидывают за тех, кто не передал свои показания. И в итоге это все на всех делится. И то, что смысл, то, что ты подаешь, что ты не подаешь, просто нет. Блин, конечно, нужно платить, блин, но это капец. И плюс у нас еще в этом месяце новая строка. Вывоз снега с придомовой территории. 400 рублей. При том, что у нас есть содержание придомовой территории. И в управляющей компании тоже ответили, что общим собранием жильцов, которые я не знаю, где проходит, когда проходит, никто об этом не оповещает, решили, что снег там будет вывозить какая-то компания. Но мне кажется, что что-то здесь не так, и это просто тупое отмывание денег. Ну, кто-то отмывает, точнее, зарабатывает у нас. Вафельку? Нет? А что? Ладно, выключаем негативного человека. И идем оплачивать, что делать. Нужно оплачивать. Сейчас еще за воду. Ну, за воду я там уже знаю. Стоимость. Просто квитанции забрали с Сёмой, чтобы посмотреть. Голова уже кружится. Сына.